Мне очень понравился ваш пример, как отрежь себе руку и пытайся налаживать отношения со всеми в таком состоянии. Это еще раз мне напомнило, что действительно нужно работать с собой, и каждый день это, об этом себе напоминать. Сначала ты, а потом... То есть даешь то, что есть в тебе. То есть нужно сначала себя наполнить. Здорово. Это был пример к тому, что если человек разрушает себя, то энергия разрушения будет из него выплескиваться. Ну что, вы здесь все, да? Можно приложение мобильное пока отложить на время лекции. На всякий случай. И мы продолжаем нашу медитацию о пяти принципах гармоничных отношений. И я хотел, ну, еще раз подчеркнуть, из того, что вчера мы говорили, я посоветовал вам пересказывать друг другу то, что вы слушаете на лекциях. Это очень здорово. Потому что, ну, вот наша способность усваивать материал, она, к сожалению, ограничена. И не то, что вот вы весь день слушаете, 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 все поймете. Надо периодически обсуждать с кем-то то, что вы услышали, обдумывать, осмысливать, проращивать. И не пренебрегайте этим советом. Это недолго время занимает, но при этом эффективность повышается в разы. Вечером соседу можно объяснить, можно после лекции, пока не забыл, вот, пока в очереди стоите, вот, можно все рассказывать. Хороший повод пообщаться. И вторая вещь, о которой я вчера говорил, давайте... возможность вашему данко, который живет в вашем сердце, вот это позитивное желание желать другим счастья, делать добро для других, жертвенность, давайте ему ход, пусть он по чуть-чуть, я понимаю, резко можно помереть, да, но по чуть-чуть можно давать ему ход, и это очень здорово. Итак, мы стали говорить о формуле любви, формула вселенской любви «Я желаю всем счастья». Это древняя формула. И говорят, что изначально источником этой формулы является сам Господь Бог. Это тот, кто желает всем счастья, потому что все является одним большим организмом, центром которого он является. Поэтому для него это естественно – желать всем счастья, любить всех, всех, все свои неотъемлемые части. И... в организме, мы говорили об этом примере, в организме каждая часть, если она живет в гармонии с этим организмом, каждая часть, она следует этому принципу. Вот обратите внимание, что ваше сердце и печень, они не завидуют друг другу, они в гармонии как-то трепыхаются, вот, и весь организм поддерживается. Но когда какой-то из органов этого большого вселенского организма начинает быть сам по себе и жить в гармонии с собой, знаете, он начинает как-то дисгармонии, да, вибрировать, то он начинает причинять беспокойство как окружающим его, потому что все начинают беспокоиться. Все вроде было нормально, все стояли в очереди, да, и тут кто-то решил пойти без очереди. Все начинают беспокойство приходить. Подождите, подождите, у нас не так все, как нас учили, да, сначала подносик взять, пойти, руками не трогать, все вам положат. Потом кладете на стол, и потом этот подносик уносите туда, откуда вы его взяли. Так ведь объясняли? Но если кто-то начинает как-то по-другому вибрировать, начинается беспокойство во всей столовой. И в этот момент, когда больной орган причиняет беспокойство окружающим, дисгармония происходит, и на самом деле он также причиняет беспокойство самому себе, ведь он лишает себя гармонии других также, то в этот момент абсолютная истина, которая все пронизывает и чувствует эту дисгармонию в этом месте, начинает, желая ему счастья, из любви просто, родненький ты мой, ну что ж ты не так вибрируешь, начинает помогать ему, через разные инструменты. И очень сильный инструмент для того, чтобы помочь нам увидеть свою дисгармонию, это взаимоотношения. Очень сильно, да? Вы уже заметили это. Пока жил один, да? Все было нормально. И тут столько проявилось, столько узнало себя,
что сам бы не догадался, сидя перед телевизором или ВКонтакте. И это важно. Мы говорили, что если кожа чистая и здоровая, то мы прикасаемся к ней, нет никакой боли. Но если она больна, если там есть фурункулы, то любое прикосновение причиняет боль. И поэтому, когда мы общаемся с другими людьми, мы можем увидеть по реакциям на нас, этих людей, мы можем понять, что что-то, похоже, во мне пугает людей. Когда мы реагируем на людей, мы можем понять, насколько мы действительно видим равенство других, насколько мы ценим других людей, можем оценить эту вещь. И как только мы обнаруживаем, сейчас будет новая вещь, я хотел об этом сказать, потому что я уже видел печальные лица после моей лекции, ну, с осознанием, насколько все плохо. Поэтому я хотел одну важную вещь сказать. То есть две реакции на боль. То есть когда мы обнаруживаем, когда люди дают нам обратную связь, когда ситуация дает нам обратную связь, есть два варианта реакции. Какой первый распространенный вариант реакции? Сам дурак. Вот. Это не я сказал, вот народ говорит. То есть первая реакция – это то, что мы начинаем объяснять человеку, что не прав он, это он живет не в гармонии со мной. Вот это его проблема. Да? И мы начинаем защищаться, и тем самым мы говорим, что я полностью совершенен, я чист, у меня все нормально, это ты не прав. И в таком случае инструменты, которые будут использоваться абсолютной истиной, любящей нас очень сильно, инструменты будут уже выбираться другие для объяснения. Вот здесь вот за сценой там целый чемодан с разными инструментами, вот, разных размеров. И вот это в зависимости от проблемы, в зависимости от упертости пациента, разные инструменты. Второй вариант какой реакции на обнаружение в себе дисгармонии, какого-то эгоизма? Какой второй вариант? Мы начинаем принимать, что у меня солнечная болезнь. Солнечная болезнь – это в смысле, что я солнце, а все остальные вокруг меня – это спутники, которые должны гармонично вокруг меня вращаться. Я назвал это солнечная болезнь. Нормально же, да? Вот такой термин будет у нас – солнечная болезнь. И вот это когда человек обнаруживает в себе признаки солнечной болезни – так знаете, так, оказывается, это во мне есть. То есть, знаете, иногда неправильное восприятие. Неправильное восприятие признания своих недостатков. Как можно не... Вот я признаю, ну да, я негодяй, эгоистичный. И что дальше может произойти? Депрессия, точно. То есть человек говорит, все плохо, я негодяй, и поэтому мне надо что? Умереть. Представляете, вот ваша печень, вы сделали анализ, и обнаружилось, что печень больна. И вы прям ей объясняете, печень, ты больна, ты понимаешь? Говорит печень. И умирает. Ну что, она помогла своей смертью гармонии организма? Это же не выход, да? То есть помереть даже спокойно не дают. То есть ты говоришь, не нравлюсь я вам, давайте я умру. Нет, брат, это не выход. Покончить с собой – это не выход. Ходить с печальным лицом – это не выход. Объяснять себя самым падшим – это не выход. Надо меняться, слышишь? Надо лечиться. Да, то есть другой вариант, когда человек узнал о своих проблемах и говорит, а что я могу сделать? То есть первый вариант – надо умереть, покончить с собой, вообще не быть, в депрессию впасть. Как будто это поможет вообще. Как будто смерть печени поможет жизни организма. Нет, конечно. Другой вариант – человек разводит руками и говорит, а что я могу сделать? Печень говорит, что я могу сделать? Вот такая я. Примите меня такой, как я есть. Любите меня черненькой. Радуйтесь, что такая еще.
Ну как это, ну, вдохновляет организм? Вас как, вдохновляет такая печень? Нет, да. И на самом деле и первый, и второй вариант, когда человек признает свои ошибки, но при этом хочет покончить с собой от депрессии, от того, что он оказывается не святой, это не выход. И второй, организм, второй вариант, когда он говорит, что ну а что делать? Радуйтесь, что такое есть. На самом деле и то, и другое – это проявление также гордыни. Потому что человек в этот момент думает только о себе. Он думает, ну вот, вот не получилось быть великим, поэтому я помру, чтобы все знали. Вот, это вот я вот помру и посмотрю, как они будут плакать, когда я помру. Сверху на них посмотрю, вот пусть они будут мучиться без меня. Ну как будто это их поможет. Поэтому и то, и другое гордыня. Это не решение, это не принцип «я желаю всем счастья». Какой правильный вариант, если вы видите свои недостатки, вдруг обнаружили солнечную болезнь, как нужно правильно реагировать на это? Кто хочет сказать, махните рукой. Да? И? Так? И работать с этим. Вот говорят, увидеть, признать и начать с этим работать. Ну да, я не великий. Ну, не буду преувеличивать свое место в пространстве, не буду преувеличивать свою чистоту. Да, вот я вот здесь нахожусь. Знаете, вот так обнаружил. И что дальше-то? Так надо идти вперед. Не надо в депрессию. Не нужно кончать с собой. Никому легче от этого не станет. Надо начать идти вперед. Понимаете? И это уже здорово. Это уже здорово. И еще хотел вас вдохновить, потому что чем больше вы будете как-то работать над собой. Вначале кажется, ну что тут, ну немножечко вот стану вегетарианцем и нормально. Раз в неделю. Уже хорошо вообще. Но потом со временем вы начинаете обнаруживать, что там столько всего. Знаете, на контрасте вы начинаете общаться с людьми, у которых, ну которые уже больше следует этой формуле «я желаю всем счастья», вы начинаете видеть, что столько всего есть в нашем сознании негативного, что возникает, знаете, такая, ну я готов идти, но возникает такое чувство, ну это же невозможно. Нет, у вас было такое чувство? Это невозможно. А? Вот я сейчас объясню. Ну, то есть я уже готов идти вперед, но кажется, что это, ну, это вот, ну, не в этой жизни. Может, даже не в следующей. Ну, идти вперед надо, потому что ну, жить как свинья уже не хочется. Но у меня, ну, неужели вот так вот возможно? Вы смотрите, не знаю, на Олега Геннадьевича и думаете, ну, я же так никогда не смогу. А если есть еще более возвышенные люди, да, вы смотрите и думаете, ну это, ну нет, нет, это, ну как это, надо, это какой-то человек с духовной реальности, я не могу так, да? Я хочу вдохновить вас. Если человек начинает практиковать вот эти принципы любви, о которых мы говорили, эти пять принципов о любви, то постепенно, конечно же, будет происходить изменение. Вот даже если вы сфотографировались бы в начале, а вы кто-то сфотографировался в начале этого фестиваля, и потом сфотографируетесь после этого фестиваля, вы не только обнаружите, что вы стали немного полнее. Потому что добавку дают в больших количествах, но вы еще обнаружите, что как-то вот спокойнее, да, меньше каких-то вот, ну, вот этих взрывов в сознании, как-то вот уже так думаешь, а что я так беспокоился, все же нормально. Даже вот здесь вы можете увидеть динамику. Но сейчас будет важный, важный момент, пожалуйста, будьте внимательны. Если человек надеется на свои усилия в том, чтобы очиститься, то есть вот мы узнали об этих принципах и решили, ну все, все, теперь мы будем не знаю, ахимсу практиковать. Не будем бить ближних. И это трудно.
Все время хочется кого-то прихлопнуть, особенно вечером. С утра даже, да, на йоге. И в этот момент, если мы полагаемся, что вот я своими усилиями буду делать, то мы соизмеряем свои усилия с тем путем, который нам нужно преодолеть, то действительно руки опускаются. Но я вам предлагаю другой подход к этой практике. Если вы поймете, что вот эти принципы, это не для всех людей, а вот для тех из вас, кто принимает концепцию того, что источник всего, абсолютно истина, это личность, которая очень сильно переживает за нас, и которая больше о нас переживает, чем мы сами за себя переживаем, то тогда вот этот подход вам будет для вас приемлем. Итак, если вы поймете, что вот эти принципы, о которых мы говорим, это способ, с помощью которого вы можете показать свою искренность. Ведь он просит, он сам так живет. Он сам так живет. И он говорит, давайте тоже так жить. Всем будет хорошо от этого. И если я это делаю для того, чтобы его порадовать, смотрите, как звучит. Не то, что вот мне надо для того, чтобы мои слова всегда казались правдой, оказывались правдой. Знаете, вот хочу такую мистическую способность, так вот, как сказал, так и произошло. Это один подход. Но если у человека в сознании, раз ему это нравится, ради него я это сделаю, то вы попадаете в совершенно другую категорию людей. И в этот момент, когда вы попадаете в эту категорию людей, то ваши усилия это просто показатель вашей искренности. Вы должны делать, насколько вы можете, стараться делать лучше. Но получаете вы результаты непропорционально тому, как вы стараетесь. Я, чтобы вам было понятно, приведу такой пример. Какая у нас самая дорогая машина, автомобиль? А? Феррари, говорят. Давайте Феррари возьмем. Сколько Феррари стоит? Миллион евро стоит? А? Нет, больше? Хорошую Феррари возьмем. Хорошую, за миллион евро. Давайте возьмем для удобства, чтобы всем было понятно. Чебурашка бы сказал, сексиллион сексиллионов. Давайте возьмем миллион евро. И вот Феррари мощная такая, блестящая. Вы ходите вокруг этой Феррари, витрина. Люди ходят вокруг этой Феррари, смотрят на ценник, с уважением, кланяется ей и проходит мимо, фотографируется. И вот представляете, вы решили купить это Феррари, собрали в своем доме все, что только можно, набралось 1000 евро. И вы вот скажите, 1000 евро хватит, чтобы купить Феррари за 1 000 000 евро? Явно не хватит. Другой человек, ваш сосед по комнате, покопался в своем кошельке и нашел 10 тысяч евро. В вашем кошельке, может быть, я не знаю. Поэтому вы только 1000 нашли. И вот у него 10 тысяч евро. Хватит ему, чтобы купить Феррари за 1 000 000? В рассрочку, да, во сне, говорят. Теперь, сосед в другой комнате, он посмотрел, у него 100 тысяч евро. Хватит ему, чтобы купить? Теперь смотрите, все трое приходят в магазин покупать эту Феррари за 1 000 000. Приходят с деньгами, все, что есть. Вот у всех есть 1000, 100, 10 тысяч. Они приходят, и там, хозяин этой Феррари, продавец, смотрит на них и говорит, дяденька, продай нам Феррари. Хватит у них денег у всех, чтобы купить Феррари? Нет. Но он смотрит, они все, что можно, принесли. Говорит, мужики, да ладно, берите эту Феррари. И каждому дает по Феррари за 1 000 000. Они могли купить это, нет? Это же подарок. Согласны? Они не заслужили этого. Им просто подарили. И вот если сравнивать их, у одного 1000, у другого 10, у другого 100, но все равно они нищие. Они не могут это получить. Если они будут просто ходить и смотреть на это Феррари, они за жизнь не заработают столько. Они будут, ой, как она дорогая, я никогда не смогу ее купить. Но если они
порадовали хозяина Феррари, то вот это вот деньги, которые они принесли, ну, все, что есть, они принесли, вот сколько заработали, вот все тебе отдаем. Он говорит, ну, молодцы! И дарит ему Феррари. Вот это наша надежда. Понятно? Но если мы не признаем хозяина Феррари, ну, тогда надежды нет. Ну, тогда пахать. Может быть, несколько жизней. А может и больше. Я к чему это вам рассказываю? Чтобы ваши попытки жить по этим принципам, к ним добавлялось вот это вот понимание, что я это делаю потому, что ему это нравится. А ему это действительно нравится, потому что он сам живет так. Это его принцип. Это его принцип жизни. И когда мы этими усилиями показываем, что нам это надо, мы хотим так жить, то, во-первых, он и денег подбросит. Ну вот тех, которые не хватает на Феррари. А в конце концов подарит эту Феррари. Давайте еще один пример вам приведу, чтобы вам было... Это, знаете, жизненный пример. Про Феррари, может, не очень жизненный. А вот вы в комнате сидите, и в комнату залетела муха. Черная такая, жужжащая она. И она вот почему-то хочет выйти через окно закрытое. И, знаете, с таким остервенением бьется в это стекло, вот с надеждой о том, что когда-то это стекло проломится, и она вылетит на улицу. Замечали такое, да? Вот каковы шансы у этой мухи пробить стекло? Ноль. Ноль. Теперь вы сидите на кресле, пытаетесь пересказывать другому лекцию, которую я вам объясняю. И, значит, бьется вот эта муха. Через какое-то время у вас просыпается чувство желания всем счастья. И вы подходите к этому окну, открываете его, и муха вылетает. Знаете, с таким чувством. «Ну, я же говорила!» Сработает. Понятно, да? И вот это, вот, а если бы муха, знаете, так спокойно сидела на этом стекле, у вас бы проснулось чувство желания всем счастья? Нет. То есть вот эти вот усилия, они необходимы для того, чтобы показать, что нам это надо. Главное, чтобы там было, ну, смирение. Смирение значит, что мы говорим, для твоего удовольствия, ты этого хочешь, для тебя я стараюсь. Если там будет гордыня, тогда это свои усилия. Тогда нужно этой мухе как-то тренировать свою голову. Вот долго очень. И, может быть, когда-нибудь ей повезет. Понятно, да, этот принцип? Вот вдохновились, нет? Шанс появился, нет? Здорово. Теперь давайте вернемся к этим пяти принципам. Вот этот принцип отказ от эгоизма. Мы назовем эти принципы отказа от эгоизма или принципы практики «я желаю всем счастья» или принципы «жить в гармонии с Богом». Это все одно и то же. Пять принципов гармоничных отношений. И эти принципы давайте перечислим, давайте вспомним, сколько мы прошли уже. Два, полтора, да? То есть первый назывался «ахимса», «ненасилие». То есть «химса» или «злоба» – это проявление вот этого эгоистичного желания. Что такое гнев или злоба? Гнев или злоба возникает, когда другие люди что делают? Не гармонизируются со мной. То есть, когда другие люди ведут себя не так, как я планировал, это пробуждает в таком человеке гнев и злобу, который выплескивается в форме слов, в форме поступков, в форме мыслей. То есть он такой, знаете, вот, я не знаю, такой вот весь, как губка, знаете, наполнен этой злобой. Вот. Его так чуть-чуть нажмешь, и уже течет из него злоба. Встречали таких, да? Так вот чуть-чуть он. И чем больше в нем этого эгоизма, тем больнее ему жить. И тем больнее жить тем, кто рядом с ним находится. Он все его раздражает. Все ему не так. Вот. То тут звукорежиссер не слушается, вот. То еще микрофон не слушается, то зрители не слушают или не слушаются. Да? Вот. Все его раздражает. И что с этим делать?
Какой, кстати, результат, если человек пытается вот эту злобу свою, вот эту гордыню свою, пытается ее ограничить, как-то контролировать, и в конце концов, если человек избавляется от этого, что происходит в результате? Если вдруг он, знаете, избавился от этого высокомерия, что все должны вокруг него крутиться, и он перестал проявлять эту злобу, что будет в конце концов? Счастье кто? Вокруг будет, он будет счастлив, и он будет счастлив настолько, что он станет очень привлекательным для других людей. Вам же нравятся люди, которые не рычат на вас все время? Ну, нравится же, да, там как-то вот, ну, хорошо с ними. То есть и настолько это любви будет другим людям, что даже звери это будут чувствовать. Вот такое благословение, такой плод приносит, когда человек достигает успеха в этом принципе ахимса. Каким образом можно ограничивать эту злобу? Что можно делать? Мы говорили с вами, что первое – это надо возвышать сознание. Потому что чем более низкое сознание человека, низкое – значит гордый, солнечная болезнь у него очень сильная, чем более грубый человек, тем легче он гневается. Поэтому возвышать сознание, говорить о том, что мы не солнце, мы луна – вот, вдохновлять его на эти вещи, показывать эти вещи, общаться с людьми. Самый сильный способ – это общаться с людьми, у которых есть это высокое, возвышенное сознание. Вторая вещь, о которой мы говорили – избегать того, что провоцирует вот этот негатив, вот эту злобу в нашем сознании. Мы говорили про вегетарианство, про разные передачи или книги. Я вам рассказывал страшную историю про книгу, да, одну, которая целую нацию сделала сверхлюдьми. Вот. И вот это важная вещь, если вы чувствуете, что какое-то общение вас зарождает, знаете, такое высокомерие. Высокомерие. Есть грубые вещи, ну, вот как мясо, допустим, да, это грубая вещь. Но бывает также, что мы общаемся с людьми и чувствуем, что мы становимся какими-то, знаете, в кавычках возвышенными. У меня был личный опыт, я расскажу историю. Ну, наверное, это было лет 15 назад. Я был в поиске, я искал людей, я слушал разных людей. Мне была интересна философия разных традиций. Вот я был, ну, как-то вот все хотел понять. И несколько человек, лекции которых меня очень вдохновляли. Но я обратил внимание на эффект, который на меня оказывали лекции некоторых людей. Они говорили все о хороших вещах, что надо быть добрыми, что нужно вот ахимса, да, вот такие вещи говорили. Но я обратил внимание, что после лекции одного человека, который мне очень нравились, они, он был очень харизматичным, очень красочно все рассказывал, просто заслушаешься. Я слушал этого человека, и после его лекции у меня возникало, притом он говорил даже о смирении, у меня возникало такое чувство исключительности, что вот я соприкоснулся с таким глубинным знанием, а эти все, и там как-то называл их, они ничего не знают. Я обратил на это внимание через какое-то время. Я думаю, подождите, это же очень странно. Если я, ну, как бы слушаю человека с высоким сознанием, который проявляет любовь к другим, да, равенство, уважение к другим, почему-то странные эмоции возникают у меня. Это же не должно быть так. И через какое-то время с этим человеком произошла такая, ну, история, которая проявила то, что у него внутри действительно происходит, чтобы стало всем очевидно. Поэтому, если вы вдруг чувствуете, соприкасаясь с чем-то или с кем-то, если у вас просыпается вот это вот, увеличивается эта злоба, сектантство, то надо избегать общения с такой энергией. Потому что из своего уже там полно. А тут еще и добавлять чужое. Какой смысл? Правильно? И еще одно. То есть первое, мы говорили, возвышать сознание. Второе, избегать того, что увеличивает нас гордыню, злобу. И третье, это практика доброты. Вот вчера мы, не знаю, вы попробовал кто-нибудь, нет, вчера? Дать своему данка возможность проявиться. Вот один есть два, три. Видите, еще есть. Ага, здорово. Надо попробовать.
Надо попробовать. И это нет несложно. Вот сегодня день обнимашек. Меня только не трогать. Тренируйтесь на Чебурашке. Нет. Потому. Вот. То есть можно улыбаться, можно здороваться с людьми, можно что-то делать для них, да? Что-то, какие-то вещи, которые приносят им радость. Таким образом, и не только своих близких, которых и так вы любите, может быть, ну, какому-то незнакомому коту что-то подарить. Знаете, вот он мяукает, там кот. Накормите его чем-нибудь вегетарианским. И вот эта вот практика, вот эта практика отдавать что-то другим, это помогает этому сознанию также проявляться. И вторая вещь, которую мы вчера начали проходить, называется сатьям. Сатьям означает правдивость. Мы записали определение. А правдивость означает отказ от лжи ради того, чтобы было так, как мне выгодно. Вот это важная формулировка. То есть человек обычно лжет для того, чтобы достичь какой-то выгоды, ради своей выгоды. То есть опять в центре стоит солнечная болезнь, что все должно быть так, как я хочу. И ради того, чтобы было, как я хочу, можно пойти на все, что угодно. И человек искажает факты, лжет для того, чтобы достичь этого. И ложь бывает, ну, явная, когда человек, ну, прям факты искажает. Бывает, что он говорит даже правду, но так его говорит, чтобы достигать все-таки своих целей. Это называется ментальная ложь. И сама эта тенденция... Извиняюсь, если человек говорит правду, если он не искажает реальность ради своей выгоды, то в конце концов его слова становятся правдой. Все, что он не сказал бы, становится правдой. И это непростая вещь, Сам знаю, что это сложно. Не думайте, что мне непонятно. Это сложно говорить правду. Но с чего-то нужно начать, и сейчас мы будем говорить о том, что можно сделать для того, чтобы идти в том направлении. И я сегодня с утра думал, сколько усилий нужно приложить человеку, чтобы построить дом. Кто-то из вас строил дом своими? Вот сколько вы строили дом? 2 года, да? 2 дома. А сколько по времени вы построили? 5 лет. Один дом. 5 лет один дом. Это, понимаете, 5 лет. Надо приходить его и строить. И вот, ну тут хотя бы нам понятно. Вот через 5 лет у тебя стоит дом. Ну, он вот полезную вещь сделал. Но не для всех очевидно, что точно так же можно строить дом в своем сознании. Его точно так же нужно строить там. И для кого-то непонятно, чем вы занимаетесь. Лето, вернее осень, бархатный сезон. Идите купаться. Люди нормальные купаются там. Что вы здесь сидите? Вам же не про бизнес говорят. Но говорят, мы хотим построить свое сознание. Это достойная цель. И я вспомнил цитату из Библии, когда говорили о том, что стройте свой, храните свои, копите свои богатства там, а не храните здесь, где моль и тля. Ну, то есть вот такая тема. Поэтому хорошая вещь, которую мы делаем, может быть, это сложно, но еще раз, усилия засчитываются. И давайте поговорим о том, как можно практиковать этот принцип правдивости, с чего можно начать. И мы можем это делать. И комментаторы, давайте еще к чему приводит у нас было, повод следования было, как практиковать сатьям. Ага. Комментаторы объясняют, что буквально практиковать сатьям означает отказ от слов заведомо ложных, сбивающих с толку и пустых. Ну, то есть буквально не говорить ложь. И вторая вещь.
отказ от скрытых мотивов, регламентирующих разные интерпретации того, что мы говорим. То есть, другими словами, надо четко формулировать, что вы хотите сказать, и добиваться от человека, понял ли он вас или нет. В одной организации, не буду ее называть имя, люди, это такая вот, ну, люди собрались, вот, делают бизнес, и у них очень хитрая организация, там нет договоров, ну, трудовых. Там просто приходят люди, говорят, ну что, будем вместе работать? Говорит, да, будем, давай, давай, начинаем работать. И понимаете, что происходит, когда нет договоров. Знаете, почему люди не договариваются между собой? Зачем они это делают? Догадайтесь трех раз. Чтобы обязательств не было. Доверяют настолько, что не договариваются. Еще? Друзья, например. Еще почему не договариваются? Хотят обмануть друг друга. Потому что как думает человек, который не договаривается? Ну вот если ему скажу сейчас, вот, ну, сумму назову, он же даст именно эту сумму. А вдруг он захочет дать больше? А тот думает, вот если я ему скажу, что работает только 3 часа, он же только 3 часа будет работать. А вдруг он будет работать больше? Ну так я ему скажу, он будет больше. И вот они оба хотят друг друга обмануть. И поэтому не договариваются. А что выходит в итоге? Потом оказывается, что тот хочет поменьше работать, а тот хочет поменьше платить. И обижаются друг на друга. Поэтому, когда люди договариваются, хорошо вот прояснить. Знаете, может сказать, ну, все будет нормально, я тебе все дам. Но вы скажите, что вы конкретно дадите-то. Представляете, вы приезжаете на фестиваль «Благость», а ну, вот в этом в объявлении написано, ну, вы приезжайте, все будет. Вы поехали бы, нет? Жить-то где будет? Ну, мы устроим все. А есть и есть будет все. А лекции? Ну, что-то будет. Но кто поедет? Никто не поедет. Обман, потому что. Вчера после лекции меня молодой человек спросил, а как же бизнес и правдивость? Да, правильно? Бизнес ведь всегда предполагает, что есть небольшое, как это называется, преувеличение. Реклама, то есть, говорит, наши телефоны самые телефонистые, самые лучшие. Ну вот, наберите там, самый лучший телефон, и что только там, вот, много всего выскочит. И каким образом бизнес и правдивость могут сочетаться вместе? Конечно же, бизнес всегда предполагает, что там есть какой-то, ну, корысть, ну, люди не просто так это делают. Но даже в этом деле есть определенные принципы. Это нормально, что люди хотят, ну, идеальный вариант. Представляете, какой вот идеальный вариант? Если бы на презентации телефонов Apple Кук вышел, да, и говорит, на самом деле Samsung лучше. Вот мы посмотрели честно, и камера у них получше. Вот, ну, реально ребята постарались. А на презентации Samsung выходит этот человек, который у него главный, говорит, ну, знаете, вот честно вам скажу, Apple лучше. Вот это был бы идеальный мир просто. Но, к сожалению, ну, не нужно переоценивать реальность. Люди соперничают друг с другом. Это нормально. Они хотят сделать лучше, они говорят, у нас лучше. Они вот тут продают, здесь. Но что не надо делать, так это обманывать друг друга. Если вдруг на коробке написано, что в этой коробке вы купили, знаете, вот хотели подарок сделать, и в этой коробке вкусные сладкие шарики, и вы купили эту коробку, вот, идете домой к чаю как раз, коробку с шариками, вы приходите, открываете эту коробку, а там удобрение. У вас бывало такое, не? Когда вас обманывали? Какие у вас радостные чувства возникали? Вот повезло. Так ведь? У нас удобрения вот появились. Больно, да? И поэтому в бизнесе важная вещь, ну, если люди даже делают бизнес, нужно исполнять свои обещания. Ну, то есть нужно, вот, чтобы человек тебя понял, чтобы ты понял, и исполнять свои обещания. Хорошо.
Давайте несколько, вот у меня будет 5 пунктов, кого, как можно практиковать правдивость в нашей жизни. Первое, есть такой мудрец, его зовут Чинакья Пандит, очень известный моралист, хороший человек, он жил в древности. И он говорит, как это называется, культурный человек – это тот, чья внутренняя и публичная жизнь одинакова. Культурный человек – это тот, чья внутренняя внутри и внешняя жизнь одинакова. Сейчас такая проблема возникает, что люди ну, как бы живут одной жизнью, а когда они выходят на сцену, когда они ну, как-то выходят к людям, они играют какую-то другую роль. То есть их жизнь, она пронизана ложью. И, конечно, кто-то на этом зарабатывает. Сейчас столько скандалов, да? Там эти папарацци фотографируют что-то, разоблачение. Потому что вот эта дисгармония между тем, что человек показывает фасад свой, и тем, как он живет дома. И все время он путает, где он дома или там. И он, знаете, забыл снять парик. И вышел так. Ну, все понимают, обманщик. И с чего можно начать, это постараться как-то пересмотреть, а вот, ну вот кто же я? И постараться, чтобы вот эти две вещи, как я кажусь людям и то, как я живу на самом деле, оно как-то стало, ну, либо туда, вот, лучше туда, вот, каким я хочу, каким хотел бы я стать. То вот это вот первый рецепт, который дают нам привести в гармонию свою внутреннюю жизнь и тем, кем я перед людьми предстаю, чтобы была гармония. Иначе сама жизнь просто ложь. Вторая вещь, которая очень сильно поможет быть честным, это выбирать круг общения. Помните, я вчера вам рассказывал сон, когда люди во сне меня заставляли лгать своими ожиданиями. И говорят, ну ты же все знаешь. Я говорю, ну да, конечно же. И нам приходится играть. Иногда такие есть общества, в которые мы попадаем, в которые вынуждают нас играть какие-то неестественные для нас роли. И чем более возвышено сознание людей, с кем мы общаемся, тем легче там быть самим собой. Потому что люди с высоким сознанием, чистые люди, они смотрят на нас, ну, внутрь смотрят. Они ведь нас, любят нас вот там, внутри, что мы хорошие, что мы личности. И перед такими людьми не нужно как-то вот что-то играть, легче жить. Я в этой связи всегда вспоминаю историю. Мне очень нравится история про Марию Магдалину. Ну, вы знаете эту историю наверняка, но я расскажу. Ну, очень хороший пример. Когда люди, они завидовали, ну, какую-то ненависть. Это был конкурент. Иисус Христос был конкурент для них. Он ну, забирал паству, вот, и забирал деньги, на которые они жили. Ну, и как-то вот, ну, он был не в тему совершенно. И не сразу они хотели его как-то физическую расправу над ним устроить. Сначала они хотели найти в нем недостатки, опорочить его и перед всеми разоблачить. И один такой хитрый человек воспользовался моментом. Одну женщину как-то вот поймали над тем, что она как-то прелюбодеяние, да? Вот ее поймали, как-то вытащили ее на людей. Вот, и все, знаете, с презрением к ней, да? Вот, кричат, тащат ее. И воспитательное мероприятие для таких людей – это закидать насмерть ее камнями. Ну, чтобы другим неповадно было. Вот ее тащат на эту расправу, она в страхе. Вот. И этот хитрый человек, он говорит, а пойдемте сходим к учителю сходим, посмотрим, что он нам скажет. Они привели эту женщину, бросили ее там. Он говорит, скажи нам, учитель, знаете, так вот уважительно, скажи нам, учитель, как нам поступить? Как правильно поступить с этой женщиной? Отпустить ее или наказать? И как бы он ни ответил, это был повод для того, чтобы его опорочить. Правильно. Потому что если он скажет, надо ее отпустить, нужно милосердие. Ах, ты против Писания, значит. Писание это говорят, надо наказывать. Если бы он сказал, ну, надо ее наказать,
а где же твое милосердие? Правильно? И он не глядел, не глядя в их сторону, он чувствовал энергию, которая идет от них. Там не было правды, там не было сатья. Это была хитрая ложь. Но не глядя на них, он там рисовал что-то на песке. И не глядя на них, он сказал, если кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. И так он это сказал, что всем было понятно, что тут не соврать. Они покопались в своих сердцах, в записных книжках и поняли, что грехи есть. И знаете, так постепенно стали рассасываться. Кому-то с работы позвонили, кто-то вспомнил, что ребенка надо из садика забрать. Кому-то еще что-то нужно, там, ну, на работу еще что-то нужно было сделать. И в конце концов никого не осталось. Только эта женщина. И он посмотрел, никого нет. Он говорит, никто не осудил тебя. Я тоже не буду судить тебя. И в этот момент он посмотрел ей в глаза. Иди и больше не греши. И так он ей посмотрел в глаза. То есть там не было, знаете, унижения. Там не было презрения, да? То есть высокомерия никакого не было. Он видел ее суть. Я желаю всем счастья. Он любит ее, потому что он видит гармонию всего. Да? Он понимает, что все это связано, все это большой организм. И в этот момент ее пробило, как говорят у нас в народе. В этот момент она почувствовала, что на нее никто так никогда не смотрел. Ни мама, ни папа, никто так не смотрел на нее. Что ее как человека воспринимают вообще. И она очень вдохновилась. Ей не нужно было играть никого, не нужно было оправдываться, ничего не нужно было делать. И вы знаете, что она сделала? Она оставила все и пошла за ним. Она стала его последовательницей, ученицей. И таким образом, когда мы общаемся с людьми, чье сознание возвышено, нам не нужно лгать. Потому что они вдохновляют нас быть лучше, а не быть эгоистами. Поэтому здорово, если у нас есть возможность общаться с людьми, в чьем обществе нам легко быть правдивыми. Сейчас вы спросите, а вот как же работа? А я вынужден туда ходить, я сюда нужно ходить. Вот тут у меня сложная ситуация. Все понятно, но где-то должна быть отдушина, где вам никого не надо играть. Никого не надо играть. Третий важный пункт. Нужно не давать обещания, которые вы не можете исполнить. Почему люди обещают то, что они не могут исполнить? Люди, почему мы обещаем то, что мы не можем исполнить? Потому что мы хотим казаться лучше, чем мы есть. Опять это корысть, да? Да, еще почему? Нам кажется, что мы можем. Мы переоцениваем свое место в пространстве. И нам кажется, что мы можем. Чтобы отстали они от меня. Ну, то есть, видите, это все какие-то корыстные мотивы, да? Корыстные мотивы. А потом приходится расплачиваться. Кажется, что сейчас я сделал лучше. Правильно? Я сейчас сделал лучше. Вот, пообещал. Люди говорят, молодец. Но через какое-то время, когда вы не можете исполнить это обещание, выясняется, что вы сделали еще хуже. Как вам нравятся люди, которые не держат свое слово? Не любите, да? И нас тоже не любят. Нас тоже не любят. Поэтому перед тем, как давать обещание, а если дали обещание, то нужно сделать. Нужно сделать. Сатьям. Это практика сатьям. Еще один момент. Четвертый. Если вы обнаружили, что вы кого-то обманули. Вот так уж получилось. Ну, 300, сколько, 100 раз на дню уже такое бывает. Мы же не грузишь, ну, все нужно, вот все 100. Ну, и бывают такие, знаете, серьезные, с чего-то каких-то серьезных вещей, да, вы увидели какую-то серьезную ложь, вы сказали, ответственная вещь. То есть такая практика извиняться. Простая вещь, покаяние, извинение. Я сейчас не говорю, наверняка у вас есть какие-то сложные, запутанные ситуации, которые вот сейчас вот и все разрушится. Да? Давайте не будем с этого начинать, но с каких-то вещей новых, которые еще не заросли мхом, можно попробовать это сделать. Я сейчас вспомнил историю из Махабхараты.
посмотрите на Махабхарату, может, знаете. Карна, там был такой персонаж. И он, оказывается, был братом. Братом Пандавов. И никто об этом не знал, потому что Кунти в свое время, она родила его еще, не будучи замужем. Ну, сейчас это нормально. Вот. Но раньше это было конец жизни. Вот. Поэтому она скрыла эту правду. И она отправила этого младенца к колыбельке, по ручью. Этого Карну воспитали где-то там простые люди. Вот. А он, знаете, он же воин. Он же царь по природе. И когда он там ходил в ПТУ, он все время вот это вот у него... Он понимал, что что-то не то здесь. Это не мое предназначение. Знаете, он мучился всю жизнь из этой лжи. Он мучился всю жизнь. И потом, в конце концов, когда он все-таки стал царем, да, Дюрьодана сделал его царем, он стал воевать, чтобы утвердить свое вот это вот, что жило в его сердце, он стал воевать. Он был лучшим воином. И когда, в конце концов, на битве его убили, Кунти, ну, мать в шоке, боль, она плачет. Юдхиштхира пришел, спросил, в чем дело. И она открыла ему эту ложь. Оказывается, это ваш брат. Знаете, что сказал Юдхиштхира ей? Что он сказал? Он сказал, что я проклинаю тебя. С этого он проклял ее и всех женщин. Он сказал, что с этого момента вы не сможете держать секреты. Почему ты скрывала это? Из-за тебя мы убили своего брата, он бы был бы царем. Если ты сказала нам, мы бы не воевали с ней. Представляете? Вот, он сказал, все, женщины не смогут держать секреты. Только группами. Коллективно. Но можно стараться, все равно в какой-то момент это вылезет. И поэтому, если вы чувствуете, что где-то ложь, то в какое-то время это будет, конечно, скрыто, но в конце концов оно вылезет наружу. Поэтому хорошо лучше не доводить до этого, а если где-то вы уж увидели, то не скрывать и найти какой-то способ тактично, экологично это исправить, эту ситуацию. И последний пункт практики сатьям – это отказ от сплетен. Что такое сплетни? Пересуды, сплетни, что это такое? Говорить не в его присутствии. То есть, когда мы говорим о ком-то не в его присутствии, еще какое определение? Возвышение своего эго за счет унижения другого человека. Сплетни. А еще? Да? Вообще гениально. Вы программист, наверное, да? Я так и понял. Передача недостоверной информации. Ну, просто гениально, точно просто так, без лишних слов. Передача недостоверной информации. И вот смотрите, сплетни, почему они так нравятся, как вы правильно сказали, они помогают меня чувствовать. То есть смотрите, как легко жить. То есть тебе не надо становиться лучше, тебе просто нужно, чтобы сказать, что другой хуже, ты автоматически лучше. Правильно, да? Смотрите, как классно вообще. Поэтому люди так любят эти сплетни, особенно о тех, кто очень возвышен, о тех, кто очень велик, потому что, так же нельзя быть великим. Больно просто смотреть на них. Больно от зависти. И поэтому, когда ты узнаешь, что он и вот это, надо же! И вот это вот сплетни, пересуды, это очень негативная вещь. Во-первых, потому что это может быть совершенно неправдой. Я сейчас не буду делать этот эксперимент, но, может быть, кто-то видел из вас. Мой друг Антон, он занимается конфликтологией. Тут много подходили, спрашивали меня, а вот как то, как все. Конфликтология, наука, которая помогает решать эти вещи. И он приводил на своей лекции такой очень интересный эксперимент. Он вывел 6 человек из зала. И потом седьмому человеку, который был здесь, он прочитал небольшой отрывок. Вы были там, да? Он вот небольшой отрывок прочитал, и потом стали приглашать одного за другим человека, вот из этих 6, и они должны были пересказывать. Пришел первый человек, тот ему пересказал. Слушатели в зале улыбаются.
Пришел второй человек, второй, третий ему пересказывает. Люди уже сильнее улыбаются. Этот третий, который смотрит, чего вы улыбаетесь-то? Я говорю, все нормально. Приходит четвертый человек, третий пересказывает четвертому, люди уже начинают хихикать. Приходит пятый человек, четвертый ему пересказывает, люди начинают уже смеяться. В шестой приходит, люди начинают уже ржать. И кто не понимает, что вы ржете? Уловили, да? И вот точно так же, когда мы, ну, что-то, кто-то сказал, кто-то пересказал, и мы вот, ну, начинаем вот, ну, я поражаюсь, иногда в интернет заходишь, что-нибудь про себя читаешь, думаешь, неужели у меня действительно коттедж на Гавайях? Было бы неплохо. И даже фотография есть. Говорят, тот он наживается, негодяй. Вы посмотрите на него. Думаешь, ну где на Гавайях-то? Ну дайте адрес, хоть съезжу и посмотрю. Понимаете, столько лжи. И все для того, чтобы, ну, либо денег заработать, ну, это же продаваемо все, либо просто возвеличить себя. И не надо быть проводником вот этой всей грязи, потому что ничего хорошего в этом нет. Есть одна притча, не знаю, христианская, похоже, это притча. Одни люди, они, знаете, вот занимались тем, что, ну, судачили друг про друга, вот, и они пришли покаяться, покаяние есть такой момент, они покаялись в этом грехе и спросили у своего духовного наставника, что нам сделать, есть ли какое-то искупление, что вот мы можем сделать, чтобы вот, ну, как-то вот нейтрализовать это все. Он говорит, ничего не надо делать. Он говорит, может, ну, попаститься, может, я не знаю, ночью не спать. Он говорит, ничего не надо делать. Возьмите просто подушку. И завтра, когда вы пойдете ко мне, вы возьмите эту подушку, отскройте ее и рассыпьте, развейте пух из этой подушки. И больше ничего не надо делать. И приходите ко мне. Ну, они думают, надо же, повезло. Вот. Приходит к нему уже с пустой этой наволочкой. Он говорит, ну мы сделали. Здорово. Теперь идите назад и соберите этот пух. Ну, вы понимаете, да? И вот точно так же вот эта вот ложь, вот эта вот злоба, которую люди распространяют, она разлетается по всему интернету. Везде просто. И добавляет радости в нашу жизнь. Поэтому вот если вы хотите попрактиковать правдивость, сатьям, то вот одно из них – это то, что не давать, не быть продолжением. Знаете, когда приходят письма, говорят, разошли 10 человеком. Вот не надо это делать. Не надо. Спам. Не надо распространять спам. Теперь несколько опасностей для практики сатьям. Какие могут быть опасности? Сейчас будет… Вчера меня спрашивали о праведной лжи. Вот сейчас об этом мы будем говорить. Вам же еще интересно пока, да? У нас еще более интересно будет впереди. Смотрите, два проявления неправильной правдивости. Первое – стремление сказать правду назло, причинить ею кому-то боль, насилие, разрушение. Человек, который находится в настроении разрушительном, то есть его сознание находится в гуне невежества, разрушения. Он даже услышав лекцию о том, что нужно говорить всем правду, он берет эту истину и так ее применяет, что всем хуже становится от этого. Он же, ну, не разобрался. И надо вот это разоблачить в себе. Представьте себе такую ситуацию. Вбегает, знаете, вот испуганная женщина, вбегает в этот зал, Вы одни здесь, Никого нет, ни лектора, ни звукорежиссера, вот, тихо, испуганная женщина вбегает в этот зал в истерике просто и прячется вон там за сценой. Вот там она сидит, вот там. Хнычет от страха. И через мгновение заходит такой страшный Фредди Крюгер с такими вот этими вот шипами, страшный такой, и вот, знаете, с улыбкой у вас вежливо спрашивает, ты не видел здесь женщину? Хочу ее прирезать.
Вот что вы скажете в ответ на этому человеку? Да, конечно, я видел, она вот туда побежала, да. Кто скажет, что она туда? Кто будет правдив? Ну-ка. В полицию? Вы, ну, пока не... До полиции еще мы дойдем. Вот вам надо принять решение, куда побежала женщина. Ну-ка. Не видел, да? Вы солжете, то есть, да? Окей, вы? То есть тоже солжете? Нет? А как не ложь? В другую сторону? Ну, то есть вы исказите реальность, по факту. Стоп, стоп. Вы исказили реальность. Кто покажет, где жертва? Вы покажете, что вот она там. А будет страшно? Нет, вот вы не испугались, у вас все нормально. Нет, вы не испугались. Говорит, что это Фредди Крюгер? Мы не таких на работе видели. Лекцию по правдивости. Он вопрос задал, где его жертва? То есть согласитесь, да, что никто не покажет. Никто же не покажет. То есть вы исказите реальность. Так вот, смотрите. Помните, мы говорили, что принцип Ахимсы самый главный. Отказ от насилия, отказ от злобы, ненависти. Если какой-то принцип идет вразрез с этим принципом Ахимсы, то принцип Ахимсы становится во главу угла. Потому что смотрите, что произойдет. Если вы показываете, где она, то вы приводите к деградации той женщины, ее убьют просто. И вы приводите к деградации Фредди Крюгера. Потому что он еще один грех на душу взял. И своей, потому что вы были способником этого преступления. Поэтому в этот момент, если моя правда приводит к тому, что люди деградируют, то от такой правды надо отказаться. Конечно, сейчас мой, тот же человек в невежестве, он закрикает: «О, наконец, спасибо!» И начнет пользоваться этим принципом направо и налево. Ну вот, я же не ради себя. То есть, получается, этот человек не ради себя солгал, а ради того, чтобы спасти того человека. Правильно? И вот теперь человек с хитрым умом, он начнет оправдывать все, что угодно, говоря: «Ну, знаете, ну это же не ради себя, это ради детей, это ради того, ради сего». И смотрите, я сейчас хотел предостеречь от этого отклонения. Если человек привык всегда действовать из эгоистичных побуждений, то солгать ради блага другого он не сможет. Ну, то есть он настолько привык жить для себя, что даже когда он скажет: «Ну вот, это я не ради себя делал», он на самом деле ради себя делает. Поэтому все-таки правильная практика – отказываться от лжи. И вот такие вот моменты, как, о котором описали женщины и Фредди Крюгером, должны быть исключением. Должны быть исключением. И порой, особенно в каких-то сложных ситуациях, когда вам нужно принять решение, бывают такие ситуации. Вот скажешь человеку в лоб правду, он умрет. Знаете, сказать: вот у вас рак, не у вас, нет, вот у них, а у вас рак, не у, вот у них, вот там вот у них, да, не про вас. И вот сказать ему, и он умрет просто сразу же. Ему не надо говорить об этом. А кому-то надо сказать. Это вдохновит его работать над собой. Поэтому тут надо немножечко соображать. И человек, у которого есть этот принцип служения, нет эгоизма, он хорошо в этом соображает, кому что нужно говорить для того, чтобы человека возвысить. Но если у нас этот принцип пока не развит, особенно в сложных ситуациях, лучше советоваться с теми, чье сознание выше. А вот как правильнее здесь поступить? Какова правда в этой ситуации? Понимаете, да? И еще хотел туда же привести пример. Бывает так, что мы говорим правду, действительно, факты, но эти факты можно так сказать, что можем убить человека, а можем эти факты так сказать, что можем возвысить человека. И в Бхагавад-гите, кому интересно, ссылка 17.15, говорится: аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные,
направленный на благо других и не вызывающий беспокойств. Смотрите, правдивый, приятный, направленный на благо других. То есть даже если мы хотим правду сказать, хотим благо человеку, то нужно немножечко подумать, каким образом это сказать так, чтобы человека это возвысило, а не привело к деградации. Говорят, про Сократа была история, ну, я дам время на вопросы. Про Сократа была история, однажды к нему прибежал взволнованный ученик, который только что посидел в интернете, часика полтора, наверное. Взволнованный ученик прибегает: «Я хочу вам рассказать, я такое узнал». И Сократ так остановил его и спросил: «Скажи, пожалуйста, а ты уверен, что это правда?» «Ну, я не уверен». «Тогда зачем ты хочешь мне это сказать?» «Ну, допустим, это правда. Скажи мне, а каковы последствия для того человека, о котором ты говоришь? Принесет ли это благо тому человеку, о котором ты мне хочешь сказать?» «Ну, не знаю. Вряд ли». А потом он спросил: «А будет ли это приятно услышать мне?» «Наверное, нет». «Ну, тогда не надо это говорить». Это история о трех ситах. Просеять эту правду через три сита. И если это правда, если это полезно для него и для меня, то об этом можно сказать. А если в этом смысла нет, ну вот представьте, мы будем о ком-то говорить, о недостатках, не знаю, какого-то человека. Вот мы о них говорим, вот скажите, этому человеку принесет это благо? Он даже не знает об этом. А принесет это благо вам? Нет. Может, принесет, тогда можно говорить. А если не принесет, то какой смысл? Итак, в невежестве правдивость означает, что человек... Хорошо, сейчас я дам время на вопросы. В невежестве означает, что человек говорит правду, но не думая о последствиях. Он говорит это назло, чтобы причинить боль человеку. Он говорит это, и это правда разрушению приводит. Вот как с Фредди Крюгером и с этой женщиной. Это приводит к деградации. И правда в благости – это когда человек говорит правду в приятной форме, если нужно, вопреки собственной выгоде. Даже если это ему невыгодно, он говорит эту правду, но говорит это ради блага этого человека, не ради того, чтобы зло причинить. Хотели вопросы задать? Задайте, да? Ага. Хороший вопрос. Иногда мы не можем понять, предугадать на будущее, принесет это благо или не принесет. Может, надо было сказать, а может, не надо было сказать. И вопрос это был, или вы просто высказались? Я могу, комментарий могу сказать к этому утверждению. Смотрите, у человека, у которого есть, знаете, такая вещь, как чуткость. Он чувствует какие-то вещи. Вот, допустим, наш звукооператор. Он большой специалист в звуке. И у него такой огромный опыт. Он так многое уже проводил в этих программах и все озвучивал, да, что он легко, вот, ну, я ему говорю: вот можете этот звук поправить? Даю ему какой-то файл. Он, знаете, за 5 минут там раз, вот чувствую, здесь надо вот так сделать. Почему? Опыт большой. Теперь вы даете мне, вы говорите: а ты можешь нам озвучить? А что тут такого? Воткнул провод, вот колонки, вот пульт. Что тут делать? Садишься. Не понятно, за что вам платят? За что вам платят вообще? Любой человек это может сделать. Да, тут я узнал, что из-за того, что у нас розетка здесь одна с помехами была. Смотрите, в розетке бывают помехи. Я не знал такого. Из-за этого у нас вот мерцал экран. И они думали: как это происходит? Почему тут выключается? Почему тут щелчки какие-то? Оказывается, розетка с помехами. Вычислили ее. Но вот я не знал таких подробностей. Тут вот этот зал, тут надо все так настроить. Я вот не разбираюсь. Я думаю: а что? Да нормально, сейчас я все сделаю. И я ничего не сделаю. У меня нет опыта.
И точно так же у человека, у которого мало опыта, он только начал практиковать «я желаю всем счастья», то у него будут вот эти вот моменты, где он не понимает. И он будет делать ошибки, несомненно. И тут поможет только две вещи. Одно – это советоваться с людьми, у которых специалист в звуке, а второй – уже личный опыт. По мере того, как мой опыт, моя чувствительность будет увеличиваться, я начну понимать, вернее, мне будут подсказывать, как в этой ситуации, как в этой ситуации лучше поступить. Поэтому это со временем приходит. Но вначале, конечно, особенно в серьезных ситуациях, не каждый день, мы же по 100 раз это делаем, но в серьезных ситуациях хорошо посоветоваться с людьми, у которых чуткости больше. Это о правдивости. Еще одну историю расскажу вам о том, как правдивость может проявиться, как она связана с ненасилием. Один мой друг эту историю рассказывал, и она из его жизни. Он был в Индии. Вам же нравятся истории, да? Вот. Это вместо моря. Ну, что было. Мой друг рассказывает, он был в Индии, он был на таких мероприятиях, там было много людей, рассказывали о каких-то возвышенных духовных вещах. Он, пришел, слушал лекцию, и когда он вышел после лекции, он стал искать свои тапочки. Тапочки не нашел. Такое бывает, когда много тапочек, особенно если они хорошие. И ему пришлось идти босиком. То есть, вы не понимаете, это не вот по плитке идти, как здесь, да? Это по земле с колючками. Там растут эти колючка, там эти камни, щебенка. Земля. Земля вот со всем этим. И ему ночью, если был бы еще фонарик, ему ночью пришлось вот то, что нужно, можно было за 5 минут пройти, он полчаса шел. И он всех вспомнил святых по дороге. Вот. Вот, вспомнил с благодарностью того человека, который это сделал. В конце концов, он как урок это воспринял. Похоже, когда-то давно я тоже взял чьи-то тапочки. Вот, все, покаяние какое-то. Вот все это было. И он пришел домой с израненными ногами. Вот, и когда вот это все закончилось, он возвращается к себе домой, в другой город. Тоже в Индии, где он живет. Он возвращается туда и после одной духовной программы, там был храм, после духовной программы, он обнаруживает свои тапочки в этом месте. То есть много тапочек и его. И на всякий случай он подумал, может быть, это не мои, просто похожие. Так тихонечко подошел к ним, засунул туда ноги. И там такая специфическая есть особенность в этих тапочках, там какая-то пружинка выскочила. Вот. И он так точно, 100% мои. И он засел в засаду для того, чтобы поймать этого негодяя. И он вычислил этого человека. Но он не стал подходить к нему вот прямо. Это оказался какой-то монах, бедный индус, который там вот в этом храме он жил. И он подошел к его руководителю, все объяснил ему. Вы понимаете, это тапочки мои, это вор, вы пригрели крысу здесь. И знаете, этот мудрый человек, он так выслушал его и говорит, я услышал тебя, я услышал твою правду, но вот сейчас мы с тобой скажем при всех, что этот человек их украл. Давай подумаем, ты из России, из нормальной семьи, у тебя все есть. Вот. А этот человек, это 15-й ребенок в своей семье, у которого никогда не было никаких тапочек. Он и монахом там стал, потому что здесь как-то легче жить. Им там легче жить. Поэтому, ты понимаешь, да? Сейчас мы скажем, да? И вот ему будет неудобно очень. Ему придется уйти отсюда. Он потеряет все доверие здесь людей. Бывает оно такое. И вот как он говорит, когда я посмотрел на эту ситуацию этими глазами, мне уже как-то так уже неудобно. Да, действительно. Может, ты ему просто подаришь эти тапочки? А я ему скажу втихаря, что так нехорошо делать. И говорит, мой друг рассказывает, у меня поменялось все представление об этой ситуации. Вот это ахимса, то есть это позиция ахимсы. И когда он вышел оттуда, уже без тапочек, он решил, ладно, я ему дарю эти тапочки. И через какое-то время он встретился с ним в храме,
с этим человеком. Они встретились с ним глазами, с этим монахом, встретились с ним глазами, и тот ему так говорит. Он понял, что тот понял. Он ему показывает на тапочки, ну типа, ну вернуть тебе тапочки. И тот говорит, не-не, оставь себе, все нормально. И тот очень счастлив был. То есть бывает так, с кем-то может по-другому нужно, но в этой ситуации вот этот мудрый человек сказал, что правда она вот здесь вот такая. Пусть он оставит их себе. Это еще раз мудрость, если ее недостаточно, то хорошо советоваться. И я вот такую еще хотел вам такое определение правдивости дать. Факты, возвышающие сознание того, кому мы их говорим. То есть правдивость – это факты, которые возвышают сознание того, кому мы их говорим. Вот это настоящая правдивость. То есть не просто факты, правду говорить, не думая о том, что будет с человеком после этой правды, но наша правда должна возвышать другого человека. Иногда правда будет в том, что мы не говорим ничего. Вот. Хорошо. И мы приступаем с вами. Давайте вопросы, немножечко вопросов, и потом я следующий принцип. А, скажите вы, да? Ага. Но вот в этом случае, то есть вы спрашиваете про эту ситуацию, почему он монаху этому сразу не сказал. Просто там субординация есть определенная. Есть определенная субординация. Он хотел это сделать через человека, но то есть он все равно немножечко соображал и понимал, что я скажу это через человека, который может ему это правильно сказать. В какой-то, может, другой ситуации можно и прямо было сказать человеку. В другой ситуации надо было вызвать полицию. Просто встречать, надо вызывать полицию. Такая, знаете, непростая вещь. Непростая вещь. Ну, вот такая история. Вот. Да. Обязательно ли правда должна быть приятной? Вот в Сократе у нас сомнения. Но смотрите, а что такое приятная правда? Вот была такая с вами ситуация, когда вам говорили правду неприятную, и вам от этого плохо. А бывало так, что вам говорили неприятную правду, и вам не было от этого плохо. Вот когда вот в этой ситуации, когда вам не было плохо от неприятной правды, почему не было неприятно? Потому что человек мне это по-доброму говорил. Понятно, да? Поэтому правда может быть и неприятная, по факту. Но если она без злобы, понимаете? Если там злоба присутствует, ах ты негодяй, ты опять и вот что-то такое, да? Это один вариант. А другой вариант, когда человек говорит эту правду, я еще вспомнил один тренинг про обиды. И тренинг выглядит так, я не буду сейчас это делать, я вам расскажу. Значит, вы из зала вызывали человека, который вот у него есть ненависть, кто-то вот его сильно-сильно обидел. И вот его вызывали в зал и говорит, вот представьте, что вот этот человек, который вам боль причинил, сидит вот здесь на стуле. И вы можете ему все сказать. Не стесняйтесь в выражении. Мы выключим звук. И вот этот человек, знаете, вот, выплесните все это туда. Этот человек, знаете, выплеснул, не стесняясь в выражениях, без звука, туда выплеснул. И потом ему сказали, вот представьте, что теперь вот этот человек, это ваш сын, которого вы любите. И вот скажите ему то же самое. Надо сказать об этом. Даже ошибки. И вот этот человек стал говорить, но стал говорить по-другому. Понятно, да? Как же такой хороший мальчик делает такую нехорошую вещь? Уловили. Вот правда, она должна быть приятной, в смысле без злобы сказано. Без злобы сказано. Еще о правдивости есть вопросы, что-то интересное? Да, скажите. Вон там. Спасибо.
просто у меня из детства картинка убийственная. Когда человеку сказали правду, ну, после, на свадьбе, я еще была совсем ребенком, после высказывания грубого, унизительного, он пошел и повесился. Ага. То есть надо выбирать слова. Да. Да, 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 правильно. И, может быть, какую-то больную правду надо говорить не при всех, ну, как-то втихаря, вот, объяснить человеку. Вот. А некоторым надо при всех, если он, ну, жулик и вот неисправимый, надо при всех. Да, скажите вот ваш последний вопрос, а мы начнем новый принцип. Вот там микрофон. Доброе утро. Скажите, а как реагировать на такую неприятную правду, если ее сказали тебе при всех? Как правильно это как делать? Как правильно реагировать? Если вам при всех сказали, вы отвратительный лектор, идите на кухню. Вы не тем заняты. А это зависит от ситуации. Вот. И в разных ситуациях может быть по-разному. Конечно, хочется оправдываться сразу же. Вот. От этого еще может быть хуже. Ну, то есть сложный вопрос, смотря где. Вот. Смотря где. И точно, что не нужно в обратку, ну, туда плескать гнев. Вот. Но как, может, где-то надо промолчать с таким видом, что надо же, вы представляете? Да, спокойно. Кто-то у нас спокойно уйти. А в каких-то ситуациях нельзя оставлять это без. Особенно, может быть, вы не переубедите этого человека, да? Но люди другие, которые смотрят, они смотрят, как вы будете реагировать на это. И, может быть, там нужно будет защищать. Ну, без матов, вот, но что-то сказать. А где факты? Или многие говорят, что мне надо идти на кухню. Но на самом деле моя кухня здесь. Давайте мы следующий начнем. Следующий. Еще другой ответ. Вот видите, уже мне говорят. Давайте, скажите. Да. Да. Ага. Да, 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 да. Да, да, да. А если все равно, а если это неправда, если это ложь? А если правда? Если говорят правду, вы знаете, вот вы правы, вы правы. Нас тоже так тренировали в свое время, как лекторов. Если вам задают такие вопросы, то надо согласиться. Да, вы правы, я не лектор. Ну, а кто из нас лектор? Лекторами не рождаются, лекторами становятся. Ну, то есть там уже разные ходы есть, но уже от обстоятельств зависит. Вот так. Каких обстоятельств? Ну, у вас нет таких ситуаций, точно. У вас таких ситуаций нет. Давайте мы на этом закончим. С этой правдивостью. А? Тема важная, говорят. Вы меня в угол припираете своими вопросами, поэтому мы уходим отсюда. Я хотел несколько примеров из других традиций, где принцип сати проявлен. В христианстве есть 9-я заповедь «Не лжесвидетельствуй». В исламе есть запрет на денежные махинации и любой вид обмана. В 5 принципов дхармы есть отказ от азартных игр и махинаций. В буддизме есть отказ от лжи, обмана, злоупотребления доверием. И не лги в речах своих, будь честным, искренним. Не клевещи, но вноси гармонию между людьми. Не трать время на болтовню и сплетни. То есть это принцип сати в разных традициях. Я хотел поговорить еще об одном принципе. Нам же надо все успеть, у нас один день остался. Завтра. И есть еще 20 минут. Этот принцип, который называется «не воровать». Не воровать. Астея. Не воровать. И переводится как «отказ от присвоения чужого».
отказ от присвоения чужого. Что такое воровство? Да? Это когда люди присваивают чужую собственность. И обратите внимание на нашу жизнь. Вы закрыли, кстати, свою комнату? Ну, то есть вы закрыли. А зачем? Зачем вы это сделали? То есть есть прецеденты, да? Вот. То есть люди, вот заходите в магазин, вот знаете, вещи продают в магазин, заходите, и обратили внимание, там такие, ну, пипки есть, магнитики, видели, да? А зачем они это делают? Ну, то есть прецеденты, да? Вот. Зачем мы ставим пароль на свою почту? Ну, зачем это нужно делать? Зачем мы ставим сигнализации на машины? Боимся, да? Зачем у нас есть GPS, всякие системы, да? Зачем нужны датчики? Чтобы потом найти на всякий случай, да? Сейфы. У кого-то, может, дома сейф есть. Ну, так, ну, для красоты. Да. Замки. Похоже, есть проблема, да? Есть проблема. На работе, кстати, проверяют, ну, вытряхивают там как-то через, ну, карманы, может быть, проверяют. Системы делают, да? Если, допустим, в отделе недостача, то деньги платят все работники этого отдела. То есть зачем так делают? Потому что есть прецедент. Люди тащат все, что плохо лежит. Не то, что, знаете, некоторые люди тащат. Ну, все же закрывают двери, правильно? Потому что тащат народ. Тащат. Мы с вами это делаем. По чуть-чуть, может быть, да? Так вот, ну, не грубо, нет, не грубо. Немножечко так. Вот. Иногда мы так делаем. А? Не заметит так вот, чуть-чуть там, раз. Электроэнергию немножечко там как-то, раз. Вот. Не грубо, нет. Мы же банки не грабим. Кто банки грабит? Признайтесь, мы сейчас вас сдадим в полицию. В банк не надо грабить, они сами нас грабят, да? Ну, все ясно. Вот. И поэтому эта проблема есть. Почему человек берет чужую вещь? Болезнь, говорят. Я говорю, солнечная болезнь. Солнечная болезнь. Что все это мое и для меня. Я имею право на все это. На все это имею право. У вас был когда-нибудь опыт, когда у вас что-то украли? Давайте мы немножко помедитируем на это чувство, когда у вас что-то украли. Вот как люди реагируют, вот когда они вот обнаруживают кражу у себя. Вот кто хочет сказать, вот махните рукой. Может, кто-то даже случай расскажет. Случай нет? Вот, вот. Не веришь? Вот у меня была такая же вещь. То есть смотришь и не веришь, начинаешь проверять здесь, может быть упало. То есть даже в голове не укладывается. Кто мог это сделать? Вот. Еще какие чувства происходят? Как будто отрезали часть тебя. Очень обидно. Угу. Больно, да? Когда этой вещи нет. Еще какие чувства возникают? Незащищенности. Такое страшно становится. Еще какие? У вас были? Нет? Обидно, да? А винишь себя. Почему? Дверь надо заключать, закрывать. Обида. У вас? Вот некоторые святые личности радуются. Ну, есть, ну, вот реально святые есть. У меня есть история. Сейчас я вас спрошу, да. У меня есть история про одного человека святого. Я читал это в книгах. И однажды он пришел домой, а там вор собирал его вещи в мешок. И вот, знаете, он же вылазил, этот вор через этот окно вылазил и так вот с мешком. И тут этот святой человек подошел и стал помогать ему.
И вот когда это увидел, у него слезы потекли. Он говорит, можно я оставлю? Говорит, нет, у тебя же работа, у тебя же дети. Вот кто-то так реагирует. В другой книге «Путешествие домой» я читал эту историю. Автор этой книги описывает, у него единственное, что у него было, его богатство – это книги. В разных местах люди давали ему книги, он все время думал, как бы их почитать, и никогда не было времени. Но он это как зеницу ока хранил. И однажды, пока он там с кем-то разговаривал, он пришел, и он это таскал на себе, эту котомку с книгами. И когда он пришел, то книг не было, кто-то их уже утащил. Вот он тоже не поверил сначала, все обошел, спрашивал, говорит, точно нет. И он, знаете, с облегчением вздохнул. И слава Богу. Да, вы хотите ли сказать? Бывает такая страшная вещь, когда у тебя украли, и из-за обиды ты крадешь дальше. Да, супер. То есть, когда у нас украли, у нас появляется моральное оправдание того, чтобы взять у другого человека. То есть оно оскверняет нас также. Еще какое чувство возникает? Какому-то поймать ему. То есть такие добрые чувства возникают, добрые. То есть это очень, то есть воровство. Ну-ка еще у вас. Ага. То есть кто-то воспринимает хорошо, что взяли деньгами. Я езжу в Тель-Авив, в Израиль. Да. У них позитивное видение, когда у них что-то пропадают. Они радуются, что хорошо, что взяли деньги. Но это уже позитивно. Но обычно больно. Давайте мы закончим. Обычно это больно, когда у нас берут, какой-то человек берет у нас вещь. Я помню, у меня был случай, я пришел к дому, приличные люди, пришел к ним в дом, я переночевал у них. И утром, когда я собирался уходить, я обнаружил, что у меня пропал нож. У меня был хороший ножичек такой, кухонный. И он пропал. Да, он пропал и вместе с кошельком при том. И я думал, может, я где-то забыл, может быть, где-то оставил это, может быть, где-то выпал. Я не мог поверить, проверял. И у меня даже в голову не приходило, что кто-то открыл дверь, входную, кто-то из улицы пришел, взял эту вещь у меня. И потом я узнал, что взял этот человек, который живет в этой квартире. Я просто не мог потом с этим человеком, разговаривать. А в другой раз, я не помню, мне было лет уже, может быть, 10, я был свидетелем такой сцены, как у воспитательницы в садике. Был свидетелем этого. То ли я приходил туда, то ли я с кем-то был. У воспитательницы в садике украли зарплату 120 рублей. Месяц нужно работать, чтобы заработать 120 рублей. И она, за голову взялась и плачет. Потому что ей надо месяц жить, а денег нет. И потом я узнал, кто это сделал. Этот мальчик, он на эти деньги ходил в парк все лето. После этой сцены мне очень больно людям, когда у них берут вещи. Особенно, когда они привязаны. Святые люди, они могут и помочь, отдать. Им все равно. Но обусловленным этим всем людям, когда у них забирают что-то, им очень больно. Сейчас не буду говорить «поднимите руки», но, может быть, у кого-то был опыт, когда вы брали чью-то вещь. Не, руки не надо поднимать. Но я думаю, у всех брали, конечно, попользоваться. Я помню это чувство, когда я... мы уходили в школу, я уходил еще, по-моему, меня отводили в садик, а у меня мой старший брат, он шел в школу. И мама ему давала на обед 1 рубль. Рубль – это огромные деньги по тем временам. И однажды рубль один потерялся. Я его потерял, да. И вы знаете, я там пошел с этим рублем, мы купили 6 бутылок лимонада по 15 копеек. На всю толпу.
Вот, коржиков там каких-то, что-то еще. Вот. Сделали такой пир, вот, все было здорово. А потом меня дома спросили, а ты не видел рубль? Как мне было плохо, вы не представляете. Мне было очень плохо. И мне, ну, родители так объясняли, ну, популярно, что не надо так делать. Я на всю жизнь запомнил. То есть мне было, ну, очень стыдно, да? И, ну, как бы и неудобно просто. И неудобно. И знаете, но ко всему можно привыкнуть. И вот это вот иногда вот эта тенденция брать чужое, она может выпрыгнуть в самый неподходящий момент, самый неожиданный момент у самых нормальных людей. То есть вот сидит человек, он, ну, нормально все, вот слушает лекции, пишет здесь все, не воровать. Но когда появляется ситуация, он не понимает, почему я это сделал. Мне мой друг, он следователь в полиции, работал раньше следователем, он мне рассказывал, что вот многие преступления совершают нормальные, обычные люди. Знаете, просто под влиянием обстоятельств. Просто, ну, вот лежало оно. Ничье. Просто, понимаете, когда очень хочется, то, ну, слепнет человек. Он не понимает. Он не понимает, что тут камеры стоят. Он настолько тупеет, да? Ну, что вот он это делает. И вот это отвратительное чувство, которое возникает, когда человек, он, совесть его начинает мучить. Но что я хотел сказать, что ко всему человек может привыкнуть. Допустим, первый раз, ну, кто-то из вас, не кто-то, есть люди, которые пьют водку. И первый раз вот пить водку очень отвратительно. Но она вот горькая, она там вот, ну, жжет, она вот рвать хочется. Но человек привыкает ко всему. И потом настолько нравится это делать. Это поперек природы, это с телом несовместимая вещь. Это яд вообще там, ну, на этикетке написано. Яд помогает сократить жизнь. Но человек настолько к этому привыкает, что ему начинает нравиться, он начинает этим бахвалиться. И точно так же вот эта вот тенденция эгоистичная брать чужие вещи, она по природе не свойственна душе-то. И противно, стыдно. Но человек настолько может, ну, как бы привыкнуть к этому, что он начинает хвастаться этим. Вы понимаете, а вот так вот можно. Это солнечная болезнь. То есть, когда человек очень эгоистичный, он, вот эта вот совесть, вот это вот неудобство от кражи, она просто уходит. Она уходит. Он это делает легко. И еще раз хотел сказать, что это происходит с нами неожиданно. Допустим, кто работает на предприятии, там есть такая тенденция, ну, банки мы не грабим, как сказали, они грабят нас, они не взламываем квартиры, но это слишком грубо, да? Но вот взять что-то такое с работы, это без проблем у некоторых людей. И при том у нас есть оправдание этого. Давайте, какие оправдания есть, что я могу своровать? Вот как уже нам уже сказал мужчина, что когда у нас украли, то внутри тоже хочется взять чью-то чужую вещь. Ну как мы же, я имею право. Еще какие оправдания, что люди берут чужие вещи? В советское время ничего не продавалось. В советское время ничего не продавалось, окей. Они доплачивают, негодяи. Так? От налоги, ну давайте с этим попозже. У них же много, что им жалко, что ли? Ну-ка еще. Они мне должны с прошлой жизни. Я просто результат их кармы. Инструмент в руках их кармы. Да. А возьму, попользуюсь, отдам в следующей жизни. Про карму это уже, ну, такой человек продвинутый. Ну-ка. Да, он вообще классный ответ. Другие воруют еще больше. Вы в интернете видели фильм? Как они там наверху воруют? А что, мне-то что? Я тут взял чуть-чуть, ну, пару тысяч долларов. Ну. Да, да, да. Государство меня обманывает. Я имею право их тоже обманывать, да. Мне нужнее, точно. Что вы говорите? Без воровства, ну, кто у нас тут? Вот, ну, сам Бог велел где-то. Ну-ка.
Болезнь. Сваливаем на болезнь. А у вас? Ага. У них плохо лежит у нас. Нет, есть другой аргумент. Их надо научить. Возьму у них 1002, но чтобы они поняли, чтобы больше не потеряли. Ну, ради них, ради их блага, да. Какая разница, что дома, что на работе, все же общее, мое. Ну вот это вот вы придумали, да, сейчас? Если не возьму я, возьму кто-то другой. Да, правильно? Да что добру пропадать? У меня оно... Это никому не нужно. Да вообще лежит тут кабель, вот, но никому не нужен. Оставили его с прошлой благости. И никто им не пользуется, я знаю, как его занять. Ну, то есть, я не буду сейчас вдохновлять вас на то, что придумывать новые аргументы. Но вы поняли, да? Но это вот это все ерунда. Это все ерунда. Потому что вот негодяйство другого не оправдание нашего негодяйства. Потому что каждый из нас будет отвечать за свои поступки. Итак, эта тенденция есть, и я хотел вам сказать, начнем мы просто об этом говорить. Ой, нет, назад. Рано еще, рано. Кино завтра. Я вам обозначу, а завтра мы это все узнаем, что есть 4 проявления воровства. Смотрите, есть грубое проявление физическое, ну вот просто пришел вот этот в маске дядька, да, и забрал у вас что-то. Это понятное очень воровство, и мы так не делаем. Но если делаем, то чуть-чуть. Ну, и потому что нам не доплачивают. Вот. Чуть-чуть, да. Ну, в основном не делаем. Ну, так иногда, если накроют, и потом у нас совесть мучает, но мы так не хотим делать. Ну, мы нормальные люди, в благости. Вот. Потом есть ментальное воровство. Я расскажу о нем подробно. Ментальное воровство – это означает, что человек физически не взял. Но внутри думаю, вот как было бы здорово, если бы эта вещь все-таки была у меня. Это зависть и вот такое ментальное воровство. Завтра я подробно покажу, расскажу об этом и покажу, чем это заканчивается, если человек так делает, не останавливает. Потом есть косвенное воровство. Это когда человек не ворует, но не исполняет свои обещания. Допустим, вот вы мне говорите, я вам даю 1000 рублей. И не даете мне 1000 рублей. Значит, вы у меня уже украли 1000 рублей. Потому что эта 1000 рублей, она моя уже. Вы же мне ее отдали. Правильно? Обещал. Человек не исполняющий. Допустим, вы садитесь в такси. И таксист вам говорит, даже вы в этом, в Uber, да? Вы там вот рассчитали, 500 рублей стоит доехать до гостиницы «Фея» от аэропорта, от ЖД вокзала 500 рублей. И вот Uber вам говорит, что вот так вот стоит. Вы садитесь, едете. Мужик говорит, давайте. А вы говорите, вот вам 300 рублей. И нормально. Вот больше денег нет. Ну и что с вами делать? Вот это украсть, значит, у человека. Это называется косвенное воровство, когда мы не додаем за свои услуги. И последнее невинное воровство или халява. Вот о халяве завтра поговорим. Это распространенный тип воровства. Вот как он выглядит, как он проявляется, мы завтра поговорим. И чем это заканчивается, тоже завтра. Итак, мы сегодня договорили о правдивости и начали принцип неприсвоения чужого, астея. И завтра мы закончим этот принцип. Вот много будет интересного, смешного. Также мы поговорим о том, что как лучше не накапливать лишнее, и поговорим о брамачарии. 3 принципа, 2,5 принципа у нас завтра будет. Не опаздывайте, мы начнем вовремя. До свидания.